Чтобы все могли занимать свои места. Детки, мы вас приглашаем сюда наперед, здесь есть места. Детки, придите сюда, здесь есть места для вас. Объявление для молодежи. В пятницу молодежного не будет, потому что будет подготовка к Новому году. И билеты еще можете приобрести на Новый год. Какую цену, я даже забыл. $40? $45 билеты на Новый год. Кто еще не приобрел, пожалуйста, вы можете это сделать. Спасибо. Детки, слава Господу! Еще раз, слава Господу! Аминь! Наш Бог достоин славы. И сегодня, если это есть чей-то праздник, это есть праздник наших детей, дорогие мои. Кто из вас, детки, получил подарки, которые вы хотели получить на Крисмас от родителей, от друзей? Получили, да? То, что вы хотели. Да. Но самый ценный подарок Господь подарил нам. Это Иисуса Христа в нашей жизни, который был рожден в яслях. И как сегодня будет одна песня звучать. Овечки-коровки, они совсем не знали, кого к себе приняли. Они не знали, что приняли к себе царя царей, Господа господствующего, который пришел как спаситель, чтобы спасти людей от грехов их. Я прочитаю одно место. Приветствие ангелов. Слава Вышних Богу! И на земле мир в человеках благоволение. Поэтому, дорогие мои, сейчас я прошу, чтобы мы все встали и поприветствовали словами друг друга. Слава Вышних Богу! Мир на земле! Поприветствуйте, познакомьтесь, кто с вами рядом стоит. Детки, чтобы вы все могли знать друг друга. Аминь. Достоин славы наш Господь. А сейчас, дорогие мои, я приглашаю всех в этот торжественный вечер, праздник наших детей, чтобы мы поблагодарили нашего Господа за то, что Он сделал для нас все, чтобы мы сегодня были счастливы, чтобы мы сегодня были спасены, чтобы мы сегодня знали, что эта земля, это не наш дом конечный. Мы имеем жительство на небесах. Поэтому давайте благословим друг друга и в молитве скажем: спасибо тебе, Господь, за рожденного младенца, который в нашем сердце народился. И сегодня он есть царь моей жизни, царь вашей жизни, каждого из вас. Молимся. Господь, мы благодарны тебе в этот час. Как мы счастливы, что ты дал нам этот ценный подарок, с которым ничто на земле не может сравниться. Господь, это благословение, которое ты подарил нам, иметь тебя. Как много людей сегодня празднуют, не зная смысла настоящего, в чем все заключается. Мы знаем тебя, благодарим тебя, славим тебя. Прими благодарность, Господь. Благослови этот вечер наших деток, которые так много готовились. Благослови родителей, которые так много возили на репетиции наших деток, и тех, кто вложил свое время, чтобы этот праздник сегодня состоялся. Мы благодарим тебя за все. Прими благодарность за все. Тебе слава. Аминь. Можете садиться, дорогие мои. И еще я хочу извиниться, в принципе, перед всем старшим поколением, которые не сильно понимают английский язык. Сегодня будет очень много программы на английском языке. И поэтому давайте мы сделаем так все, понимая наших деток, что они
на английском разговаривать лучше, нежели на русском. И это их праздник. Поэтому будем внимательны, ловить слова английские, кто не понимает. И благословений вам. Thank you.
Christmas. Yeah, only two more days till Christmas and only one more day until we get to perform our show on Main Street. This is so cool. I bet we're gonna have lots and lots of people there because the stores will just have closed. And all those people buying all those last minute gifts will walk over. Speaking of gifts, does your family open presents on Christmas Eve or do they make you wait until Christmas morning? We open them Christmas Eve. Yeah! Oh, you're so lucky. At my house, we have to wait until Christmas morning. Oh! We have to wait until all the grown-ups wake up. Oh! And finish breakfast. Oh! And sip their coffee. Ah! It drives us crazy. We've been waiting for 363 days for Christmas. Well, the good news is Christmas is almost here. You guys, there's terrible news. The town will let us have our pageant in the square on Main Street. The mayor just decided. Now. Wait a minute, boys and girls. I don't want you telling your moms and dads that I said you can't have your pageant in the square tomorrow. So we can have the pageant tomorrow? Well, no, you can't. What? Why not? I'm afraid the town square isn't such a great idea. What? Why? Boys and girls, I'm gonna level with you. My latest polling shows that 1, I look better in red power ties, 2, parking meters should be free on weekends, and 3, your show is gonna cause a lot of traffic problems. Oh yeah, that's it, traffic. But maybe next year you can, if you make a few changes, you know, make it a bit more hip, happening, rad. Isn't that what you kids say? Huh? Why? Kids, you have to admit, the major scene is a little bit too old-fashioned. You can't argue with public opinion, especially at this time of year, with my re-election coming up. Sorry, kids. Say hi to your moms and dads for me. Oh, and remind them to be sure to get out and vote. Gotta run. Busy time of year. See you later. Bye. He can't do that. We've been planning this for months, and all those rehearsals. I guess he can't, because he just did. We need to find another place. No, we can't. It's too late. I don't care what Paul said. I don't even know what a Paul is. Let's get everyone in the neighborhood to help. You know, to call the town hall and get him to change his mind. Hey, I have an idea. Let's all go Christmas caroling right now. Hey, yeah, we can go door to door and get all the neighbors to help. The show must go on. Yeah! Let's go! Let's start out on Main Street. We can get lots of people there. Our show has a message that God wants everyone to hear. Yeah! Let's go to the right. Wow, look over there. That house has fancy decorations I've ever seen. Look how bright and cheery it is. It's all decked out for Christmas. I'm sure whoever lives there loves Christmas. They would love our show. Well then, here we go. Somebody ring the doorbell. Watch out for the lights. The gardener spent hours putting those up. Don't break them. Do you think they want money? Give them $5 and see if they'll go away. Here you are, little darlings. We don't want your money. Don't want money. All kids want money at Christmas time. All kids want money all the time. No, we need your help. We would like it if you were to call the mayor and ask him to let us perform our Christmas show in the town square tomorrow. Did he finally cancel that thing? Good for him. I've been after him for weeks to do that. Sorry, kids, but the traffic your pageant would cause is a nightmare.
Really, children, I'm sure the pageant is sweet, but it kind of belongs in church, not the town square. I'm sure your moms and dads will understand, and you will too when you grow up. Not everyone is that religious on Christmas. Ta-ta! I hope they don't come back later and trample on the beautiful decorations. I'll sue them if they do. Wow, that was weird. What do you mean? Why do they have all those decorations and lights if they don't like Christmas? Oh, they like Christmas. It's Christ they have a problem with. Okay, we'll just have to try harder, that's all. Right, pick ourselves up and get back at it. Next house. Wow, this house has lots of fun lights and flags and all different kinds of stuff. Go ahead, ring the doorbell. Dude, we go to all the holiday events all around. We celebrate all of the holidays, too. Flag Day. Earth Day. Mardi Gras wouldn't want to leave any out. Wouldn't want to hurt anybody's feelings. Besides, who knows if holiday story is right? Gotta keep your bases covered, bro. Huh? What? Are you serious? Well, the mayor's trying to keep us from doing our show tomorrow. Will you call him and ask him to let us do it? Please! That doesn't, like, seem fair. Everyone should get their holiday thing, no matter what they believe. Okay, we'll call. Season's greetings. Bye-bye now. Are you really going to call? Of course not. We don't want to get involved. Shh! Wow, those guys celebrate all the holidays. I bet they get a lot of presents. But what do they really believe? A little bit of everything. I'm glad I know what I believe.
trying. It's obvious that a lot of people right here on Main Street don't understand or believe that Jesus is why we celebrate Christmas. Now I really want to put on our show. We need to. Yeah! Let's go! Hey, let's try this house. Maybe they will help us. I don't know. This house only has a rain on the door. It's pretty, but I don't seem like they're really into Christmas. You didn't just say that, did you? Did you pick up anything from the last two stops? The outside doesn't always match up with the inside. That's for sure. Only one way to find out. Ring that bell. Away in the manger. Oh, that's my favorite Christmas carol. You guys sound so wonderful. Thank you for coming to sing for me. Are you all alone? Oh no, my children are small, so they're sleeping. They would have loved to hear you. Their daddy is in the Air Force, so he can't be here this Christmas. And I couldn't put up all the lights all by myself. But we're not alone, and their daddy isn't alone either. Somehow we feel together. I'm sure that's because of Jesus, and you children just reminded me of that. Thank you. What can I give you? Some hot cocoa? No, we need your help. What, children? What can I do for you? Well, we're supposed to perform our pageant in the town square tomorrow. Oh, yes. I saw the signs, and we're planning on being there. Well, right now it's been canceled. The mayor wouldn't let us do it. What? The mayor said the square would be too busy, too much traffic. He also said his re-election was soon and he didn't want anything with a manger scene. It isn't hip or happening enough. Oh my, no manger scene. But that's where Christmas began, with the birth of Jesus. He knows that. Will you call Town Hall and ask him to change his mind? I sure will. This is too important. Hey, you just wouldn't believe how many grown-ups don't know about Jesus. We've just got to tell them. Yes, you do. I called there right now. Don't worry, I've got a good connection down at Town Hall. Thanks, boys and girls. God bless. And I'll see you tomorrow night at the town square on Main Street. It's gonna take a miracle for that to happen. Christmas is all about miracles. Wow, that lady was so different than anyone else we've met today. I like her. Me too. She sparkled. She doesn't need Christmas decorations on her lawn. She sparkles on her own. Sparkle in her smile, compassion in her voice, and love shines through her life from a tender heart of joy. It's very clear to see, she lives what she believes. It's very clear to me, she knows what Christmas is. Christmas.
get the rest of the houses on the street. We've got work to do. Okay, I give up. Mr. Mayor! Boys and girls, it wasn't bad enough that my phone has been ringing all afternoon, and now you get my daughter to call? Your daughter? What do you mean? Well, you kids must have gone Christmas caroling at every house on Main Street today. We got two. As many as we could. Well, I sure got a lot of calls. That wasn't the worst part, though. When my daughter called and asked me to let the pageant go on, she likes all that shepherds, wise men, manger stuff. She says it's an important part of her faith. I just can't say no to her, and especially this year with her husband away in the Air Force and all. That pretty lady is your daughter? Good looks run in the family. Well, where did they run when they came to him? My pride and joy. She said that all she wanted for Christmas this year was to see me at the pageant in the square. Well, I know I'm going to lose a few votes for this, but it's back on. You guys can use the square. Yeah! Hooray! Awesome! Thank you, Mr. Mayor. Today is finally here. We get to do our pageant. Can't believe there's so many people here. And look, there's the mayor and his daughter right in the front row. It's another Christmas miracle. Hurry up, everybody. Brandon, where's your mirror? Hurry up, everybody. Do you have your wings? Brandon, where's your Murph? I wonder how many people that we sang to you yesterday will actually come. How many people are there? 1, 2, 3.
gazillions. Come on, let's get started. Places, places, everybody. 3, 2, 1, go, announcer kid. Welcome, ladies and gentlemen, to our Main Street Christmas pageant. The birth of Jesus took place over 2,000 years ago, and they didn't have cell phones or pagers, so turn them off, please, and Merry Christmas. There was a census taken of the entire Roman world, and everyone went to his own city to register. So Joseph went up to Bethlehem, the city of David. He went there with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.
While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. And there were shepherds out in the fields nearby, keeping watch over their flocks by night. Suddenly, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were afraid. "Fear not," the angel said. "I bring you good news of great joy that will be for all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign unto you. You will find the baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared, praising God and saying, "Glory to God in the highest and on earth, peace, goodwill to men." I think it's been 20 years since I actually listened to that story, since my own daughter was little and was in these things. I've gotten distracted by the malls and the music. It seems like all that stuff starts earlier and earlier every year. You know why that is, Daddy? Why, baby? Because this old world is so hungry for the message of Christmas that they can't get it soon enough. One of these years, the malls are going to decorate for Christmas right after the 4th of July. The world just gets the message of Christ confused by the shopping and gift-giving thing. But boys and girls, you just made the Christmas story sparkling and crystal clear tonight. I don't care if I do lose votes over this, but I think the community needs to hear this message every year. Boys and girls, you know what? Next year, I want to be in the pageant. I want to be a wise man. Can I audition? Hooray! Well, it is Christmas Eve, and I bet your families are waiting for you. And you know what?
No gift could be nearly as precious as what you boys and girls just gave us tonight. You stood up for what you believe, and you told us all what we needed to hear. I think we just witnessed the real miracle on Main Street. Another incredible, wonderful, beautiful Christmas miracle. Я з Алном, це мій брат. Я буду по-українськи говорити, а Алан буде по-низьки трохи. Тому хотіли об'явити саме першу нашу спільницю. Я думаю, що це буде перший клас, так? Да? Це перший клас повинен? То, будь ласка, перший клас. Як ви можете виходити, то... Дорогие малыши, все, кто Бога славит, мы желаем от души с радостью поздравить. Вы счастливы, что Христос и глава родился. Ну, ответьте на вопрос, в ком он поселился? Amen. Ще?
No. Це наше нове, я гес, покоління, як всі кажуть. І я хотів Алана спросити, чи він любить... Алан, ти любиш піаніно? Oh, I love it. Ти любиш піаніно? It's like one of my favorite things. А кого ти любиш, що... Хто твій любимий піаніст? Віка. Віка? Михайлівська? Yeah. А ну, Віка Михайлівська нам на піаніно сповнить. Thank you.
расчет, как твоим другом стать. Боже мой, Господи мой, я молюсь, и ты меня слышишь. Научи, Дух Святой, каждый день встречать с тобою вместе. Господи, я тебя молюсь, страха не боюсь, ты меня помилуй, Иисус. Научи любить, научи прощать, как твоим другом встать. Боже мой, Господи мой. Wow, did you like that? She's not only an actor, but she's also a musician too. Heck good. Дев'ять років. Yeah. Так, ми хочемо зараз, я думаю, дві сестрички повинні вийти, да? Yeah. Рут і Естер Башко. So... Ми хочемо, щоб вони дует заспівали. Oh, there they are. Вот. All right. Here you go, guys. Joy to the world,
So, Andre, do you want to invite the Sunday school right now? Yeah. А де ж то ці руденько і любов на воскресну школу? Ми хочемо, щоб ви вийшли і настроїлися, і нам щось ісполнили. Snow, man. All right. Я пам'ятаю, коли я був в воскресній школі, то мені так було інтересно, я не знаю. Ще ми ходили, коли в ранчі церкви, то там було... Ми всі були... Я пам'ятаю, я був one of the three wise men, був я в Christmas show теж, то мені... Probably nervous. Yeah? No. I wasn't nervous. It was my cousin and Andre. Andre and George. То вони приходять. Весний праздник, дорослі діти поють радісно. Всеми святого спасіння Бог родився в Вифлеемі. Вот и наступил праздник, который мы так долго ждали. В церкви горят свечи, дома лампады, а на небе звезды. Если тихонько посидеть и послушать, то можно услышать, о чем же говорят звезды в рождественскую ночь. Вышла Спасителя Бог на послав. В забытой пещере, в заброшенный ящик, младенцем Божий лежал. По вере в народе давно существует, что тихую ночь Рождества все звери лесные рожду завывают, и мир наступает, все память Христа. Посмотрите, звездочки! Волк идет. Какая красивая ночь. Ночью голодный ходит волк холодный, поднимает дыбом шерсть, ищет он кого бы съесть. Такая красивая ночь, даже есть никого не хочется. Это потому, что праздник Рождество. Удивился волк, сел под елочку, на звездочки смотрит. Тут скачет белочка. Вот опять пришла зима, но и для потехи. Прячь человека за кремами, шишки и орехи. Не бойся, белочка, я тебя не трону. Праздник сегодня Христос родился, и небо, и земля все радуется. Села белочка рядом с волком, красоте леса удивляется. Слышит, ветки хрустят. Я в берлоге сплю зимой, под плещущей сосной. Лишь когда придет весна, просыпаюсь ото сна. Что за шум, почему мы не разбудили? Радость у нас, медведушка, Христос родился. Понял тогда медведь, почему ему в такую ночь не спится? Ой, кто это? В лесу не только до беды, но заяц не простак. Могу запутать, если ты вот так, вот так, вот так. Эй, боюсь! Не бойся, волк тебя не тронет. Сегодня праздник Рождества. А что такое Рождество?
Прислушайтесь, поет звезда. Прислушайтесь, поет звезда. Идите все туда, туда, где на соломе среди слей родился тот, кто все светлей, кто все прекрасен и мудрей, спаситель мира, царь царей. Пойдемте, пойдемте. И решили звери пойти поклониться божественному младенцу. Да только выяснилось, что на такой праздник они идут без подарка. Да у меня только шишёные грибы да шишки. У меня только лапы и хвост. Было бы летом, набрали бы цветов и ягод, а сейчас кругом снег и деревья голые стоят. Может быть, я вам пригожусь? Я единственное зеленое дерево в лесу. И правда, может, елочку подарите? Что же нам делать? Угощайтесь за вашу доброту, Господь украсит эту елочку, и вы сможете подарить младенца Христу. О, в звездочки летите! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Мой и летом стройная, зеленая. Снила, зажигаясь, на елке бриллианты и звезд, и обернулся, улыбаясь, и осиянию Христос. И с этих пор Христовой елкой она зовется у людей, и блещут скромные иголки в огне рождественских свечей. Кто
красиво они там, детки. Ёлочка, зараз забирається. Я не знаю, чи ви ніколи не дивилися American Idol. Така шоу, вони там найкраще і співака чи ісполнителя, singers вибирають. Але я не знаю, я замітив, що в нашій в російській ком'юніті є дуже хороших, багато таких співаків. І ми зараз хочемо визвати Касію. Катя. І вона зараз пісню нам заспіває. The next one, American Idol. American Idol? Yeah. Russian Idol. Yeah. Yeah. Next up, we have the song called Feliz Navidad, and I'm pretty sure a lot of you know this, so feel free to sing along if you want. And Feliz Navidad stands for Happy Christmas, if any of you didn't know that. Да, Merry Christmas. Выходите. Little Mexicans running around. С
славу Богу на семье мне веков поклонения, какие тучи тучи. Аминь. Слава Богу, братья и сестры! Как обычно, на рождественские праздники очень много радости, очень много улыбок, очень много смеха, очень много подарков. И мы все любим это время и эти holidays, эти праздники. И мне тоже нравится. И, друзья мои, когда-то, очень долго, много лет назад, было тоже много радости, когда родился Христос, на небесах было очень много радости, но мы сегодня не можем, молчать. И я хочу прочитать в ту пору, это тоже часть рождественской истории. Это написано Матфея со второй главы, несколько стихов, и 16 стиха. Тогда Ирод, увидев себя осмеянный волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка,
Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Братья мои, дорогие сестры, вот было такое время, и первые, кто удостоились пострадать за имя Иисуса Христа, это были детки. Я не знаю, сколько их было, но очень много детей пострадало, которые были избиты. И вы знаете, в наше время тоже очень много слез. Дети плачут из-за родителей. Вообще, я очень не люблю, мне это больно, когда дети плачут. Я люблю, когда дети смеются, когда они радуются, когда они веселятся. Это нормально. И так много сегодня слез в этом мире, когда плачут дети из-за родителей. Друзья мои, давайте сегодня сделаем так, чтобы наши дети были всегда радостны. Этот праздник сегодня состоялся благодаря работе многих учителей и работе деток. На это ушло много денег, друзья мои. Очень много. И поэтому сегодня у нас будет сбор, который мы все эти деньги, которые мы соберем, мы отдадим нашим детям на воскресную школу. Поэтому сегодня, когда вы будете ложить свои деньги в эти корзинки, положите туда немножко больше во имя наших детей. Это для наших детей. Мы всегда жертвуем на наши нужды, для миссионеров, для всех. А сегодня мы все деньги отдадим на воскресную школу для наших деток. Поэтому не жалейте. Во имя Господа положите туда немножко больше, как вы ложите всегда. Я предлагаю, давайте мы встанем, совершим молитву и будем совершать это служение. Наши детки, и они будут проходить с этими корзинками, и вы туда положите. Во имя Господа молимся. Боже, мы Тебя благодарим. Мы Тебя славим, Господи, за Твои милости, Господи, за Твое прекрасное рождение, Господи. Слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и поклонение. Ты сегодня не маленький ребенок, но Ты сегодня на небесах, в славе, Господи. И Ты даруешь сегодня нам быть здесь и радоваться в имени Твоем. Мы переживаем сегодня, Господи, большую радость, потому что мы спасены. И в это время, Господи, благослови это служение. Пускай эти деньги сегодня, они послужат, Господи, нашим детям и для нашей радости, Господи. Благослови, и Твое имя пусть будет всегда прославлено в нашей жизни. Аминь. Ну что такое? Ох, пойду посмотрю, что случилось. Что происходит? Почему мне не дают спать? Нет, ну здесь никакой жизни не стало. Там что, ловят кого-то? Ну, может, бандитов каких-то? Что стряслось? Ну, что за шум? Кого-нибудь же поймали? Весьма интересно, друг. Поведайте нам. Ой, ой, что я видел? Что я слышал? Слабонервные, покиньте помещение! Ну говори же, говори. Царь Ирод совсем с ума сошел. Приказал избить всех младенцев в нашем городе. О, ужас! А, какой кошмар! Ну и дела! А хорошо все-таки, что у нашего хозяина нет детей. Друзья, не удивляйтесь. О том, что происходит, писали все древние пророки. Когда я был маленьким... Мой дед
поведал мне одно предание, корнями уходившими глубиной веков. Он сказал мне: «Глаз в раме слышен, и плач, и рыдания, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Об этом пророчествовали. Ну все, понеслось. Да ладно тебе, это интересно. А что это может значить? Это о том, что происходит сейчас? Ну, если обратиться к преданиям моего деда, а их у него много. Осел, слышь, а может не будем? Мы с вами стали, так сказать, свидетелями перелома событий в ходе истории. Ослик, милый, ну не мог бы ты изъясняться попроще, попонятнее? Не мог бы! Ну, не обижайся. Что же все-таки ты думаешь по этому поводу? Сдается мне, что миру рожден Спаситель. Ой, и я могу кое-что интересненькое рассказать. Глубокоуважаемая овца, не могли бы вы минуточку помолчать? Я еще не закончил. Так вот. Знаете, что я думаю? Вы не поверите, но я считаю... Спаситель тот младенец, что родился в нашем хлеву. Да ну, если в нашем хлеву родился Спаситель, то я царь зверей. Да чтобы Спаситель лежал в моей кормушке? Друзья, послушайте, когда я паслась на поле, нам овцам явился ангел. Мы испугались яркого света, а он сказал нам: «Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Господь». А потом, представляете, мы с пастухами пошли сюда и нашли младенца в яслях. Ага, так вот кто тогда пастухов привел. Ну, пастухов-то я. А что это за люди пришли после них? О, это были волхвы с востока. Очень важные люди. О, да, всю ночь спать не давали. То пастухи, то турки какие-то, не русские. Не спится им по ночам. Ничего ты не понимаешь. Они пришли специально, чтобы увидеть младенца. Ага, сейчас. Стопудово им тоже не хватило места в гостинице. И хозяин привел их сюда. И когда они увидели, что и без них здесь тесно, они ушли. Смею вас поправить, уважаемая свинья. Прежде чем уйти, они поклонились и воздали посесть младенцу. Да чего они вообще приходили? Не могли найти другого младенца? Эй, послушайте меня. Я разговаривал с верблюдами волхвов. Они утверждают, что их сюда привела яркая звезда, светившая прямо на наш дом. А, это та, что всю ночь не глаз светила. Да нет ее уже. И не было, наверное. Да ладно? Чё вы вдруг? Смотрите, как на врага народа. А что там было в мешках-то? Кто-нибудь видел? Ну, я видела. И что там было? Ну, я-то не всё рассмотрела. Да всё ты прекрасно видела. Что там было? Рассказывай давай. Ну, там что-то блестело, а ещё пахло что-то. Апчи! Ой, сокровища, наверное, какие-то.
Друзья, судя по преданию моего деда, а их у него много. Осел, будь проще, и люди к тебе потянутся. И пастцы поклонились ему, и открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Ух ты, совпадает! Прямо все, что видела корова. Нет, ну точно. Знаете, а может все-таки этот младенец спаситель? Вот и утро пришло. Всю жизнь источником праведной жизни для меня были предания моих отцов и дедов. А теперь и мне есть что рассказать потомкам. Пойду писать мемуары. В нашем овчинном роду столько голов, а никто ведь и не знает, что миру родился Спаситель. Побегу расскажу. Так, мне нужен свидетель. Ага, корова, пойдешь со мной. Хоть рядом постоишь. Подтвердишься, если что. Нет. Ну должен же и я как-нибудь засвидетельствовать. Ведь я видел самого царя. Ну пошли уже, что ты там копаешься? Ну вот, все разошлись. Знаете, а я с самого начала чувствовал, что свершится чудо. Представьте себе, сам Бог родился в человеческом образе, чтобы все мы могли быть спасены. С Рождеством Христовым! Папа, чё? Це нове, га? Це new thing in our community. Right now, next up, our sister, Софійка. Вона singing a solo. Я думаю, що це буде сюрприз. Surprise. Thank you.
знає, яка ця мова була? Яка ця мова? Latin, good, good. That's pretty good. Hey, Richard's next. Is Do you guys know good? If he's good? Yeah, he's hecka good. Richard. The piano, one of my favorite instruments. You guys like that? Let's give them another round of applause. Hey, ви знаєте, що на саксофоні не так легко грати. Кажеться, що якась труба з парою кнопками, але треба знати, як дути. І нам зараз Вадим покаже. Right? Thank you.
Wow, impressive. That's good, Вадим. Ну, зараз ми хочемо, щоб Софійка знов нам щось заспівала. Ой, заіграла. On the cello. It's like a big violin, if you guys don't know what it is. You're gonna see the violin right now. Подожди, Ілля. Get a chair. Вона вдома практикувала. Don't judge though, harshly. Зараз папку шукаємо. Зараз одну минутку. Секунду. Визвати, хто ісповідає Месія. Next Messiah. Number. I'm not sure, хто ісповідає Месія. А, дітки, окей. Скажи після Месія приготуватися до... Але після Месія, що ми приготувалися до общої пісні Festivals of Carol. Пожалуйста. Он пойдет в Иерусалим.
Мессия, Мессия. Не може бути без слова нашого пастора, і ми хочемо пригласити нашого пастора. Можете воздати. Clap your hands. Thanks. Слава Ісусу Христу! Хто свистел, подойдете потом ко мне. Я вам премію приготовил. Самі прийдіть, тому що все равно найду. Две вещи я жалею, что в этот вечер могу, такие две вещи печальные для себя, что я уже вышел из того возраста, чтобы участвовать в этой замечательной программе. И второе, я не знаю так хорошо английский язык, а чуть-чуть. А так все замечательно, слава Богу. И тот свистун тоже ко мне подойди. Это третье. А так у нас сегодня замечательный вечер, правда? Вечер радости, вечер веселья. И спасибо тем, которые подготовили программу. Владимир Калинюк, спасибо. Тома Филимончук, Валентина Гайдучик. И я думаю, там также Илина Придюк участвовала. Вижу, что много она там суетилась. Лена Михайлевская, да? Я думаю, что я всех не назову, но все-таки... да, Володя, я сказал, да. Спасибо вам всем. Я радуюсь, что детки готовились, они усердно старались. Я увидел, сколько много прекрасных тут вещей сделано. Видно, это не один день, правда? Вы думаете, как вы думаете, Богу нравится, что вот дети славили Его, пели, торжествовали здесь? Мессия, Он скоро придет. Он же в другом виде придет. Он пришел сначала как младенец, беспомощный, казалось бы. В таком месте, где обычно торжественные мероприятия не проводились. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. Знаете, пастухи удивлялись, радовались, направляясь туда, ну, может быть, на место своего постоянного пребывания. Я думаю, мы сегодня пойдем радуясь домой. Как вы считаете? Радуясь, что уже все закончилось? Или радуясь, что хорошая программа? Я лично радуюсь, что была хорошая программа. Я радуюсь, что в Доме Господнем есть жизнь, есть веселье, есть много детей. Я радуюсь тому, что детки сегодня были в церкви, они были на этот рождественский вечер в Доме Божьем. Им приготовили подарки. С любовью готовили, родители заботились.
воскресная школа, кто там трудился, они приготовили замечательные подарки. А мы будем молиться Богу, чтобы Господь дал нам хороший еще дальше вечер, ночь, завтрашний день. Завтра первый день Рождества. Я полагаю, мы придем в Дом Божий с радостью и весельем. Как вы считаете, надо это сделать? Я думаю, у нас будет завтра тоже очень замечательная программа. Славословие Господу, песнопение, проповедь, молитвы. И все это во славу нашего Господа, во славу Иисуса Христа. Наши друзья Анатолий и Вера, где они есть, они отправляются на Украину. Мы так с утра помолились, в общем, назвали. Но я думаю, что они заслуживают того, чтобы мы отдельную молитву совершили за них. Так, друзья? Вы знаете, сколько Вера и Анатолий трудятся. И как Ашер, а Верочка тут всегда, она заботится за всех именинников. Ну, пришло время и ей, ну, хочется, чтобы уделили внимание и помолились за них Богу. Как вам в самолете, нормально? А где вам лучше? Дома или в самолете? Там же кормят. Церковь выше. Ну, кормят такое, оно и, знаете, не совсем в горло лезет, когда оно там летишь на такой высоте уже не до еды, да, Верочка? Будет нормально. Мы помолимся, у вас все будет нормально. И когда вы возвратитесь? Через две недели. Они летят на две недели на Украину. Вы знаете такую страну? Это не гора, это не холм, это не река. Это страна, Украина. Хорошая, кстати, страна. Итак, давайте мы все привстанем и совершим благодарственную молитву Богу. Благословим тех, которые участвовали в программе «Детки», те, которые учили их. Благословим друг друга. Благословим Анатолия и Веру. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе за все Твои многие милости и щедроты, за все Твои благодеяния к нам. Мы благодарим за Рождество, Господь. Это наш праздник. Это праздник нашей души. Это праздник неба. Это праздник радости и веселья, ярких красок и звонких песен. Это радость победы, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты пришел на эту землю и совершил то, что, Господи, никогда не забудет никто из живущих на земле, чьи имена в книге жизни. Господь, мы в вечности будем радоваться и торжествовать об этом, вспоминая с торжеством. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты благословил наших деток. Господи, мы и наши дети принадлежим Тебе. Мы не желаем, чтобы наши дети принадлежали фараону. Чтобы пошли поклонились, как фараон разрешал, а детей оставить в Египте. Господь, мы выходим из этого Египта, мы вышли из этого Египта, и мы и дети наши, и старенькие, и маленькие наши. И ни копыта мы не оставим в Египте, потому что наша Родина – это Небесное Царство. Господь, я прошу у Тебя, чтобы никто из этих малюток не погиб врагу на посмеяние, чтобы никто из этих малюток не попал в гиену огненную, и чтобы они ни одной секунды, ни одной минуты они не служили врагу душ наших. Пусть они славят Тебя, как они могут. Такими ритмами пусть поют, какими-то мелодиями –